Жители поселка Белоусовка Глубоковского района с размахом отметили 225-летний юбилей. На праздничном мероприятии наградили граждан различных отраслей, внесших вклад в социально-экономическое развитие района. Знаменательная дата совпала с празднованием Дня шахтера. Подробности в материале моих коллег. В Казахстане стремительно развивается горнодобывающая отрасль. Глубоковский район является одним из крупных индустриальных центров Восточного Казахстана. Он входит в число богатейших регионов на востоке республики по природным условиям и экономическому потенциалу. Природа подарила глубочанам все – золото, серебро, медь, цинк, свинец и уголь, разнотравье лугов, обилие пушных зверей и ценных пород рыб. Рудная база района представлена практически всей таблицей Менделеева. Одним из приоритетных направлений развития экономики района является горно-рудная промышленность. Так, День шахтера прошло награждение граждан, внесших значительный вклад в развитие Глубоковского района. На сцену приглашается Шпак Андрей Владимирович. Награждается за вклад в развитие сельского хозяйства и поселка Белоусовка. Глава крестьянского хозяйства Алтай. Юбилей поселка продолжился концертной программой на центральной площади. Организаторы не забыли и маленьких жителей Белоусовки. Для них была создана специальная зона. Аниматоры развлекали ребят различными познавательными и захватывающими играми. Глава района поздравил земляков с праздником. Разрешите поздравить жителей Белоусовки с 225-летием. Это поселок с большой историей. В 1797 году был основан. На протяжении 225 лет вносит ощутимый вклад в горнодобывающую отрасль нашего с вами региона. Ну и в третью очередь разрешите поздравить шахтеров с Днем шахтера, поблагодарить вас за ваш тяжелый труд, пожелать вам успехов, здоровья, счастья. На сегодняшний день в Белоусовке ведутся работы по благоустройству. Большое внимание уделяется развитию дорожной инфраструктуры. Также решен вопрос обеспечения жителей чистой питьевой водой. В следующем году планируется построить школу на 300 мест. В планах также строительство Дома культуры. Поздравляю своих земляков с тройным праздником, с Днем Конституции, Днем шахтера, с 225-летием родного поселка. Всем желаю счастья, мира, успехов в работе и, конечно же, здоровья и мира. Мира, мира и мира над нашей головой. День шахтера отпраздновали и в поселке Алтайский свой профессиональный праздник. Лучшие работники горной промышленности получили почетные грамоты и награды. В этот день также чествуют ветеранов отрасли, которые внесли особый вклад в развитие страны. Одной из тех, кто трудился в горнодобывающей отрасли более 16 лет, Алма Сабанбаева. Поздравляю ребят, мальчишек, которые работают в нашей шахте, с праздником. Пусть небо над головой всегда будет ясным. Желаю всем только благополучия. Мероприятие, организованное в поселке Алтайский, продолжилось концертной программой. Для жителей поселка выступили лучшие художественные коллективы региона.